профессиональная, потому что песня нам всегда поднимает настроение, дает возможность зарядиться позитивной, хорошей энергией. И я сейчас предлагаю вам спеть песню с ведущим творческим коллективом города Москвы, студии эстрадного вокала «Конфетти». «Конфетти» — это хорошая подготовка к поступлению в профессиональные вокальные коллективы и музыкальные училища. Песни в исполнении группы звучат, между прочим, на детском радио, радио «Кашалот» и радио «Голоса планеты». Итак, друзья, встречайте. На сцене представительница группы «Конфетти» Куриленко Кристина с песней «Гнались». Давай, прогуляй,